попросить за умерших близких на Радоницу к Иисусу. Они очень в этом нуждаются. Отнести любые символы Пасхи, яйца, цветы на кладбище до Радоницы или неделю после включая. Помянуть умерших и попросить. Ты, Господи, на кресте страдал, всех прощал, так и моим близким имя сказать прости и меня от грехов освободи. Прошу, аминь, заклято. И им поможете, и часть грехов с себя спишете. И любые луговые цветы, ветки, вербы или ольхи на выбор положите на любую могилу. Тебе, Господи, в дар в честь твоего праздника. По этому ритуалу он вас лично услышит. Тебе, Господи, в дар в честь твоего праздника. Умерших всех с Радоницы. В дар цветы.